Нет, 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 сейчас кому-то прямо в голову выстрелит ужасная игра. Тихо. Тихо. О, жесть! Здорово, Катагеймеры! Всем привет! Сегодня мы играем в игру, которая называется «Месть пилы». А называется она так, потому что был такой ужасный фильм, в котором была пила, и он устраивал всякие ужасные испытания для людей. Ну, потому что он был материки. Да, вон, у него вон, была... вон, вот туда, вот туда. У него была ужасная морда. И он был в маске, и, короче, он устраивал всякие испытания. У него были вот такие вот щечки. Люди умирали просто пачками. Короче, давай начнем. Пойдем, да, в этот круг, погнали. Нам нужно дождаться несколько игроков для того, чтобы игра началась. Нам нужно 6 сейчас она игроков. Начнется. Да. Ну что, время играть, игра начинается? Да. 5, 4, 3, 2, 1, 0. И... Так, чё? Опа. Кейс. Опа, смотри. О, кейс в Brawl Stars. На экране. Вот он, пила, вот он. Приветствую и добро пожаловать. Я хочу поиграть с вами в игру. А, да, пила, он же так говорит. Я хочу поиграть с вами в игру. Смотри. Один из пяти, только 5 из вас смогут сбежать. У вас есть 60 секунд для того, чтобы найти ключ и открыть одну из этих дверей. Смотрите, 5 дверей. Да. Для того, чтобы найти ключ, вам необходимо обыскать эти ящики. Бокс из Brawl Stars. Те, кто не найдут ключ, умрут. Пусть игра начнется. Все, погнали, ищи. Смотри, ищи. Это мегабокс из Brawl Stars. Да. Почему у меня не открываются ящики? У меня тоже не открывается. На него встать надо, походу. Давай. Не, на него надо кликать тысячу раз. Так я знаю, кликнуть надо. Пока я не нашел ключ. Ты нашел? Нет. Ну, давай, камон, бокс. Камон, мег... Есть, я нашел. Я тоже нашел, у меня я пятая дверь. Я нашел ключ от четвертой. О, мы с тобой прям рядышком, слушай. А, надо же кликнуть, чтобы дверь открылась. Блин, я торможу, стою. Сейчас бы умер, вообще жесть. Окей, первое испытание мы прошли. У тебя мозги видно. Короче, ждем, и сейчас нам нужно будет пройти следующее испытание. Нас уже осталось меньше. 10 секунд осталось. Нас осталось всего лишь 5 человек, и испытание будет сложнее, я думаю. С каждым разом все будет сложнее. Давай, бежим туда. Ты, главное, не проигрывай. Нам нужно обязательно остаться вдвоем. Я хочу, чтобы мы остались до самого финиша вдвоем. И играли в конце вдвоем испытание. Я хочу тебя выиграть. Что нам сейчас? Что это за испытание? О, жесть! Устройство на твоей голове зацеплено за нижнюю и верхнюю челюсть. Когда время кончится, оно откроется, и твоя голова будет разнесена. То есть там вот так вот сделает. Думай об этом как о капкане для медведя. У тебя есть 60 секунд для того, чтобы открыть устройство и сбежать. Приготовься. Да, нельзя, оно вот так вот пам, просто разорвет нам челюсть. Так было в кино. Да, жутковатая игрушка. Вон там сидит Димон, я его, кстати, вижу. Кликать на красные кнопки нужно. Кликать на красные кнопки. Главное не пропустить. Блин, надо успеть по-любому. Оп. Так, у тебя получается? Да. Блин, я боюсь пропустить. А, ну давай, пожалуйста, ну откройся. Давай. Пожалуйста. Откройся. Я еле успел. Есть, я успел. О, мы с тобой вместе. Так, ключ бери. Сейчас открываем замок. Ты открывает замок? Да, я уже все открыл. Теперь сюда вставляем и теперь на дверь. Давай. Есть. Все, я тоже сбежал. А, открой меня. Мне дверь оставьте. Блин, я что, остался, что ли? Да. Да ладно, вы что такие козлы? Я четвер. Ладно, давай смотрим, что у Димона происходит. Смотрите. У него уже новое испытание. У меня русская рулетка. Жесть. У Димона русская рулетка. Ну-ка, что здесь будет происходить? Сердцеедка. Так. Ты играешь. Блин, все, я умер. Давайте поиграем в маленькую игру, которая называется «Русская рулетка». 4 пушки заряжены, и только одна из них заряжена. Видишь, вон на столе 4 пушки. Тебе нужно выбрать число между от 1 до 5. Сумма этих чисел будет равна количеству вращений барабана, да? Когда цилиндр остановится, заряженная пушка выстрелит в человека. То есть кто-то один из вас сейчас умрет за столом. Жесть! Достаточно ли ты везучий, чтобы выжить? Так, подожди, сейчас начнется, блин. Да какую хочешь, тут, в принципе, не важно. 2, 3, 4. А ты сколько нажал? 3? 3. А там 1 нажал, да. Все, сейчас получается количество будет 4 плюс 2, 6 плюс 1, 7. 10. 10 раз будет вращаться. Только бы не меня, О, нет, блин, вот бы только не Димона. Нет, сейчас кому-то прямо в голову выстрелит ужасная игра. Тихо.
О, жесть! Дема 15, ты посмотри, ужас, блин! Фу, ну Димон выжил! Димон выжил, но тем не менее... О, испытание, новое испытание, смотри. Перед вами находятся три ящика, допустим, да? Черный, красный и белый. Ящики такого же цвета, как и ваши двери, через которые вы вошли. И они представляют вас. Напротив вас будут двигаться, скоро пилы включатся и будут медленно двигаться к вашим ящикам, чтобы их распилить. Используй того же самого цвета ключи, как и ваши ящики, чтобы открыть... Приготовься, сейчас уже пойдешь. Чтобы открыть ящики. Как только ты вставишь все ключи, у тебя, короче, будет... А, пила остановится, и тебе нужно будет открыть дверь, и ты сможешь сбежать. У тебя есть 90 секунд для того, чтобы выполнить это задание. Да. Первые двое, кто... спасут свои ящики, они выберутся из комнаты, понял? То есть, приготовь, бежай, 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 бежай. Я черный. Оставай пилу не задень, да, у тебя красный же. Нет, у меня черный. Точно? Да. Все, беги, 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 беги. Давай, давай, я прям переживаю. Я далеко. Черный. Тебе надо по прямой бегать, далеко не оббегай его, все, вставляй. Беги обратно, беги, беги, беги. Давай, 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 Димон. Пилы. Блин, капец, пилы уже двигаются. Бери его ключик. Да, блин, давай, камон, давай, блин. Все, да. У тебя уже есть ключ, ты что тормозишь? Слушай, один, по-моему, исчез, чувак. Да, походу, даже если ты сейчас... Да, один исчез. Так что если Димон даже сейчас хотя бы последним соберет ключ, он все равно сможет выжить. Давай, у тебя есть шанс. Есть еще два ключа только. У тебя... Ну ничего страшного, у тебя 50 секунд. Давай, 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 давай. Бегом, бегом, бегом. Еще бегом. Два ключа нужно. Давай, ты не смотри по сторонам. Далеко не беги. Окей. Есть, там чувак нас опережает. Он бы нас выиграл, если бы был третий человек. Но третий отключился, поэтому у нас есть шанс. У нас есть возможность. Блин, пила уже так близко, капец, 30 секунд. 30 секунд быстрее, это покруче любого форта Боярд, блин. Да. Давай, да, 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 да. Все, беги к двери, беги к двери. Вот, это занято, видишь, у тебя открытая дверь еще есть. Все, пилу он выключил. И мы можем сбежать. О-о-о-о, да опять ты справился, красавчик. Малорик. Он думает, что я не справился. Так, все. О-о-о, смотри, стол и на нем пила. Она сейчас будет вас пилить. По-любому один из вас только останется в живых. Ну-ка, посмотри напротив. Да, точно, точно. Смотри, это рычаги. Блин, ну на телефоне будет легче. А, тут надо на рычаги тыкать. Подожди, послушай, послушай, послушай. Поздравляю вас обоих за то, что вы прошли так далеко и выжили. К сожалению, только один сможет выжить в моей игре. Перед вами есть красный и белый рычаг. Вам необходимо... Красный, О, черный и белый, да. Вам необходимо двигать их для того, чтобы пила двигалась в нужную сторону. Чем быстрее ты будешь реагировать, кто быстрее, короче, нажмет на кнопку, в ту сторону и будет пила двигаться. Да. Игра кончается тогда, когда одному из вас, короче, снесет голову. Да. Живой? Да, живой или мертвый, делай свой выбор. Давай, все, приготовься. На экране сейчас появятся цвета. Черный. Ты успел, молодец. Черный. Есть, я успел. Да ладно. Черный. Есть, я успел. А там вообще есть чувак? Я не вижу. Или да, он... есть. А, да он отключился, походу, этот чел. Белый. Да, блин, ну козел, че он ушел? Мы бы выиграли. Поздравляю, Димон выиграл. Ну, блин, так нечестно, там он ушел, чувачок. Ну, ё-моё. Блин. Все, приготовились, да, еще раз проходим. Еще раз проходим эту финальную концовку, финальную игру. Я надеюсь, чувак не сольется. Можно не читать, да, уже можно. Да, можно не читать, вы знаете, что нам нужно будет нажимать черный или белый, главное успевать. Там будут говорить black, white, black, white, black, white. На экране будет написано, что говорить, главное успевать нажимать то, что говорит нам пила. Да. Все, ждем, сосредоточились и начинаем. Блин, мне уже страшно. Я надеюсь, что в этот раз голову отпилят не тебе. Так, все. Главный экран, чтобы тебе было видно. Смотри, чтобы экран было видно. Во! Белый. Есть. Есть. Димон выиграл. Так. Черный. Блин, тот выиграл. Белый. Тем... Есть, Димон. Тихо, тихо. Ты не двигай камеру уже. Черный. Молодец. Давай, 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 давай. Белый. Еее, Димон выигрывает. Давай, 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 давай. Черный. Блин, чувак, этот опять. Черный. Так, Димон, Димон, я аж прямо хочу, прямо аж переживаю, ногти грызу. Так, еще раз, ему всего лишь один раз осталось. Yes! Yeah! Вот я выиграл! Вот теперь по-настоящему он выиграл. Да. Вы видели, как жесть. Отрубили чуваку голову, ну капец. Поздравляю, ты все еще жив. Большинство людей так не ценят то, что они живы, но теперь
Не ты, теперь ты ценишь, что такое жизнь. Да. Короче, вот такая вот классная игруха «Пила». Да. На самом деле заставляет попереживать. Если вам понравилось, у вас лайк, обязательно подпишись и попробуй поиграть в эту игру сам. На самом деле прикольно, да? Да? Все, давайте, на этом на сегодня все. Всем пока. Да. И напишите, какие игры еще есть в Роблоксе прикольные, а то мы уже не знаем, что снимать.